Полицейские обеспечивают правопорядок в районе села Успенка Тюменской области, где минувшую ночью произошел крупный пожар. В настоящее время сотрудники госавтоинспекции региона продолжают осуществлять координацию дорожного движения для обеспечения беспрепятственного проезда специальной техники. Участково-уполномоченные полиции проводят подворовый обход для оперативного оказания помощи потерпевшим в пределах компетенции полиции, а также недопущения возможных фактов хищения имущества. Сотрудники управления по вопросам миграции регионального управления готовы максимально короткий срок оказать содействие в оформлении уничтоженных огнем документов. За консультацией по указанному вопросу можно обратиться по телефону 8 34 52 291 265.